Значит, прохождение с песней. Сейчас командуйте. Повернитесь. 30 минут на последний прогон и в строй. Сегодня у всех кадетов области ответственный день. Конкурс строевой песни. Когда-то такие же проводили для пионеров. После школы, ну, приходилось оставаться, да. Ну, готовились, ну, часами как бы. На хоре репетировали всегда. С строем ходили на плацу, да. За школой как бы. Шаг чеканит особенно точно. Он еще и ритм задает. Катюша – песни про солдат и казаков. Кадеты из Аркаяшской школы затянули песню про армию. Это наши славные полки. С вами я, танкист. Командир взвода из 7-й кадетской школы жалуется. Промаршировали не так чисто, как на репетициях выходило. Зато они единственные с музыкой вышли. Барабанщиком на время выступления стал учитель ОБЖ. Как, ну, как, какая лучше звучит. Это. Ну, она подходит под строй, под шаг строй подходит. Ну, как получается, под эту, под песню, если ритм у песни, ну, это большой, ну, как это, быстрее ритм, ну, сбиваешься под эту, под песню, все. Жюри оценивает строго и строевую подготовку, и качество пения. Правда, громкость, говорят, тут не главное, но кадеты вовсю стараются перекричать друг друга. Там еще не солдаты, их службы пока не годы. Видимо, у некоторых команд мало практических действий, практической тренировки. Вот нет этой слаженности. И прослеживается, что руководители некоторых классов, видимо, и сами не совсем владеют этим моментом. Сами признались, у всех была одна ошибка. Не хватило синхронности между пением и шагом. Немного регулярных занятий сольфеджио, и, может быть, на будущий год самые голосистые исполнят Катюшу уже перед ветеранами на центральной площади города.